Круглый стол «Мы связаны одной судьбой с тобой, Россия» проводится в Казанском федеральном университете ежегодно. Организаторами выступают Департамент по молодежной политике КФУ и Институт психологии и образования. Ежегодно в рамках именно мероприятий, которые приурочены ко Дню России, мы создаем на базе Института психологии и образования совместно с их сотрудниками, это было сделано еще давно по их инициативе, площадку для обсуждения проблем в области патриотического воспитания. В Казанском федеральном университете на сегодняшний день выстроена эффективная система работы со студентами в области патриотического воспитания. В круглом столе приняли участие заместители директоров институтов, кураторы академических групп и руководители студенческих организаций. На связь также вышли представители Московского государственного университета. Онлайн-формат позволил подробно обсудить вопросы, которым уделялось недостаточно внимания в прошлые годы. Если каждый год мы ставили акцент на именно практическую составляющую, на то, чтобы поделиться опытом, посмотреть лучшие практики, то в этот раз мы поставили акцент именно на теоретическую основу, то есть вот самого патриотизма, рассмотреть его понятие. Участники мероприятия обсудили проблемы, связанные с молодежными патриотическими движениями. На сегодняшний день мне кажется, что вообще в принципе само понятие патриотизма и его понимание, насколько и молодежь, и студенты, которые приходят к нам, понимают с нами это одинаково, оно является очень основным и фундаментом для продолжения вообще в принципе для образования. Процесса. Когда речь идет о том, что воспитательный и образовательный процесс очень тесно связаны, да, но воспитание, мне кажется, оно является даже фундаментом для успешной самореализации. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз.